Мы привыкли к играм про танки и самолеты, а как насчет космических кораблей? В Star Conflict тебя ждут беспощадные штурмовики, невидимки, гигантские дредноуты и множество других звездолетов. Сражайся с вражеской командой, исследуй тайны космоса в открытом мире или вступай в клан и вместе с ним завоевывай галактику. Ссылка на игру под видео, регистрируйся и ты получишь подарок, который ускорит твою прокачку. Йо-хо-хоу, ребята, всем привет, с вами Такс, Филиппины Кофе Вайт, и у нас сегодня для вас жесткое, адское, мощное дерби, тьфу ты, даже дотран. Всем привет, ребята! Ребята, да. Добрый день, доброго негра. И, ребят, короче, вы посмотрите вот на мою команду. У меня просто ветряк с собой бегает. Да чел, короче, видать, читер на него насадил. А, тут очень-очень, ребята, для вас сегодня прикольно на самом деле. Да, дерби. Я не понимаю, карта, ребята, как вы. Она в две стороны идет, короче, здесь без разницы. То есть... О, я сейчас кабинки... Я не понимаю, о, чё взорвалось. Я сейчас наблюдаю за вами, у вас там такие две стрелочки прямо рядом с вами. Смотрю, да, что... типа вы там. Да-да-да. Прикол. Так, Олег, кстати, заметьте, Олег очень похож на Пашу Клейниса вот сейчас. Дайте вид от первого лица включу, смотрите, вот Паша, вылитый Паша. Вот просто, ребята... Шуруйте давайте. Все, ладно, погнали. Какой Шуру? Шура это такой певец, я не хочу быть Шуру. Попали по мне, Лёха, аккуратно беги там. По мне попали, прикинь. А как? Подожди, я не понимаю на самом деле, что за странный такой... Вам нужно убить нас, как бы, а там, видишь, два вертолета стоят, видимо, до которых мы должны добраться, и потом... А, здесь без ловушек, вот как. А, куда? Ты что, выжил, что ли, Олежа? Догда убил меня из снайперской винтовки! Так не, я как понял, в этой фиче... В этом есть фича этого... Да, расстрел! Расстрел! А, все, чувак до танка добрался. Геймер в законе, кстати. Даже нужно до вертолета добраться. Тут танк. Наверху один. Все, мы тут как можем спастись? Все, ребят, прыгайте. Я прыгаю, пацаны. А, подождите, я вот... Я не понимаю, вот он добрался вроде до танка, да? Меня, пожалуйста, нет, упал. А, я понял, смотри, тут есть парашюты, наверху парашюта. Ты берешь одно, вот ты можешь взять как и танк, ты можешь взять... Ну, слушай, тут лучше до танка добраться, потому что, ну, реально, ну, это... Такой у нас сегодня дотран, на самом деле, без ловушек, без этих. Специфичный, да. Но, надеюсь, он вам понравится, из-за этого нам поставите бешеные, жирные, крутые, прям жирные такие, прям, знаете, которые надо помыть пальцы вверх. Да, писюны. Обязательно, ребята, так, ладно, загрузочка у нас сейчас идет. Ой, друзья, второй раунд по счету, и мы начинаем. Начинается. Начинается игра. Ну а дружба начинается с улыбки. Давай. Тихо, разбеги. Тихо. Дэтран, мазафак. А где они вообще там? О, вижу. Справа очень много игроков. Так. Пробегаем по-быстрому, по фасту. Капец, прям по мне чуть не попали сейчас. Куда Макс-то рванул-то? Так, беги. С автобусами так-то это трудно попасть. Беги. А, вот Догда козел. Хорош, я почти добежал уже, друзья. Блин, как так? Там, по-моему, уже взяли, капец-то даже не... Нет, ничего не взяли. Так, я уже близок, друзья. Бегите. Бегите, нигеры. Ран, нига, ран. Есть, я убил его! Капец! Так. Что это за бунда? Вот сука. Что это, Лёш, такое было? Это был взрыв. Там добрался один. Можно еще расстреливать других. Да, там бегут. Вон Догду вижу я. Ну, со снайперской винтовки, то, конечно, очень трудно попасть, но прикол просто... Да, было бы это как АВП в контре. Они, понимаете, о, бля, я видел его голову. Опять же на том же самом месте, где меня убили. Shit, man. Ну я забрал одного, я забрал Догду. А я самого главного злодея в их команде, который бежал самым первым. Так, ну давайте еще один раунд. Да, сейчас мы поменяемся опять командами, и мы должны побежать. В принципе, моя тактика сейчас будет работать. Ребят, я сейчас как бы не буду вас щадить вообще никак, понимаете? Да, ну... Если мы когда только начали играть, я еще такой, что это, где тут ловушки, такой, а что тут вообще происходит, то сейчас... Да, сейчас ты, Олег, это, Максим, Оля, понимаешь. Так, это, я так понял, Олег передо мной, да? А нет, это Гаммер в законе. Как меня можно вообще перепутать? О, ух, капец, попали вообще метки. Да, а ты что думаешь тут? Так все просто, что ли, Олежа? Я тут сижу. Давай. А ты за кем сейчас наблюдаешь? Ой, беги быстрее! Ой, тут взрывы понеслись! А, попали! Я бегу. О, еще попали, пец! Что это? Бля, геймер в законе, нахрен так быстро бегаешь! Лёха, давай, за тобой бегу, давай! Ты меня подпираешь, донор! Ааа, беги!
Два раза чисто попали по мне, охренеть! Я еще живой, я еще живой, я живой, я живой, еще живой, живой тоже. Меня вообще не попадает меня. Я вот застрял, беги! Блядь, куда я забежал? Беги, взрывайся, взрывайся! А, сука! Я не туда забежал, короче. Я не в дырку, я чуть не упал, я остался живой. Но меня взорвала взрывная волна. О, там чувак стрелял со снайперки. Где кто? На парашюте, Олег. На парашюте, вы серьезно? Он Ми-8 взял. Я взял Ми-8, да, понимаешь? Или стоп, или как там, Ми-28, по-моему. Да, в Battlefield это так называлось. Ну вообще, флаг американский, очень интересно. А подожди, я один остался? Нет, Мистер Твистер и Филиппин. Ну, а против, ну, а в своей команде... Ты один остался, да. Офигеть, пацаны, вы готовы? Так, 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 так. Я вижу. Я просто смотри. Давай, Олег, давай, замочи их. Где эта вертушка ссаная? Санова бич. Мне кажется, с танка было бы легче. Так, подожди, подожди. Вон. Вон они. Сейчас 360p будет. 360p. Давай на них, прям в них. Давай, Аллах Акбар, давай, давай, давай. Подожди. Я хочу переключить пушку. Так. Вот. Не-не-не. Блин, я ничего, я не могу вообще понять. Так, стоп, надо поменять вид все-таки от другого. Пока есть еще шанс, чтобы... Так, где они там? Олежи. Так вон, Олег, ты что, слепой, Олег? Все, вижу. У них есть шанс тебя убить. Я знаю, на вертолете неудобно, вообще неудобно. Да что за Battlefield, твою мать? А, ой, чу-чу-чу. What the fuck? Стреляйте ему в задний винт, он упадет. Ну давай, Олег, давай. Нормально. Кстати, Олег почти сдох. Да, я попытался, в него сейчас вообще попадать как-то. Но это очень сложно, друзья. И на вертолете на самом деле летать труднее. К нам, кстати, читер пытается присоединиться, но мне кажется, он не сможет этого сделать. А, террористы? А, это... О, я помню его. Ну я чисто затащил ранг, поэтому... Раунд, Олег затащил. Сейчас будем мы стрелять по вам. Вот это будет так интересно. Ну что ж, ребятушки, продолжение. Продолжение следует у нас сейчас. Так. Раунд номер 4. И посмотрим, кто кого замочит здесь. Олег, Максима, я Максима или они нас. Не даем пройти им. Винтовочка не подбирай. Я чё, я в воздухе? Лёха, я прям над вами, смотри, чё за бред? Лёха, ты видишь меня? Да. А вот... Ёб твою мать! А где... Все снайперские винтовки забрали, вы охренели. Прикол. Вы охренели, где моя снайперская винтовка, алло. Спасибо. Сейчас все будет, Олежа, не переживай. У меня патронов, кстати, не так много остается. Огромное вам спасибо, друзья. Ой, подобрал снайперскую винтовку, кто-то скинул, спасибо. Я добро убил. Да, на крышу залез, твою мать. Попал по тебе. Он вон обратно слез, прикинь. Так, хорош. Отлично, отлично. Твистер. Блять, не попадешь же так. Попал! Да как перезаряжается долго это. Попал. Винтовка долго перезаряжается, сука, это падла. Да, вот была бы у нас тяжелая снайперская винтовка, которая. Хотя нет, это так было бы неинтересно, если. Так они быстро бегают, козлы. Беги, попал! Ран. О! Мистер Твистера снял! Попал, убил! Хорош! Блин, там Макс добежал! Оу, are you ready? Да. Я как его увижу, сразу прыгаю, ныряю. О, подожди. Мне тоже. Парашют как открывать? А, хорошо. Я на бочке, И он взял вертолет, а я-то думал, зачем я покончил с собой. Я думал, он танк возьмет. Олег, посмотри за мной. Ай, сейчас буду наблюдать, подожди. Что за там, ты на бочке? Я тоже хотел... И чувак с нее нырнул. Понимаешь? Я тоже хотел на нее, я думал, он сейчас танк возьмет и хотел на нее. Как хотел приземлиться нормально на парашюте, но не получается. Мне кажется, Максим даже не долетит до вас. Не долетит? Почему? Не додует? Не додует, да, Максимка-то. Ну, я уже вижу, кстати, там вертолет, он какой-то на автостраде стоит. Это не Максим. Это один из вертолетов, а другой стоит сзади. А мы хочет много, ребят. Их просто тьма здесь. Вы не представляете? А, да, реально тьма, слушай. Ну, давайте. Я тоже слышу. Я слышал звук, как он врезался. Мистер Твистер вышел. Понятно. Забомбил, видно, у кого-то. Ну, я его прям на самом конце убил. Долго, что-то как-то взлетает. Ну, слушай, не торопи меня, как бы. Ты чё, где он? Я по карте вижу, он еще ниже, чем я, понимаешь?
Еще ниже, чем я. Я не вижу. А, вижу его, вижу. А, во-во-во-во-во, давай, давай. Нет. Пиздец. Изи, просто изи. Я прям на бочке стоял, Макс, ты видел? Так я понимаю, это все супер. А где еще остался, что ли, так, какой-то? Так все, ты единственный, кто остался, это конец раунда этого. Нет, какой-то чувак упал вниз и валяется. Стой, так вот, подожди, у меня раунд не кончается. А, все, нет, это лаг. Вот, теперь закончил. Супер, просто супер. Пацаны, Deadly Boss Run. Да, раунд 5, господа. Попытаемся снова. Опять я с Олегом в одну сторону, кстати. Раз, ты же, подожди, не... А, нет, это геймер в законе со мной в одну сторону. Сука, дебил, блядь, меня сейчас чуть не убили из-за него. За кем-то лучше, кстати, не бежать. Вот что я скажу. А потому что ты проваливаешься, тупишь. А, ну есть, кстати, да, такое есть, да. Кстати, по мне еще ни разу не попали. Минус один, да. Хорош, так, Максим, просто, да, ты как быстро уже расправился-то, а? Это, кстати, геймер в законе был. Да. Так, беги. А, стреляют, прям слышу. Отлично. Ой, просто пуля перед глазами. А, да, это я сейчас не попал. Максим, привет, я передаю вам привет всем пламенный там. Быстрее, а, прям по мне, нет! Да, блядь, перезарядка. Все! Да капец какой-то, невозможно попадать. Олег, только не бери танк, дайте мне тоже что-нибудь взять. А где парашюты, я что-то не понимаю. Парашюты на самой верхушке, Алёша. Ага. Вот это интересно. Почему они там? Ай-яй-яй! Я хотел. Так, блин, я только добежал, там какие-то пидорасы! Я хотел максихэдшот прописать и, короче, со снайперской винтовкой, но меня Догдал убил! Просто а там какой-то чувак Симпсон, он просто добежал это. Дайте нам, блин. Да. Не, просто давайте без танка, потому что танк это сразу понятно, так как легко, да? Вот, Смертушки намного интереснее, на самом деле. Да, давайте в чате напишем. Нас делают просто, не знаю. На таран с вами сейчас пойти как-то. И если получится опять же добежать вновь до вертолетика. Так, я написал в чате, что играем без танков. Ну потому что реально с танком это не очень интересно. Ну да, с танком он изи, а вот вертолет взять, вот это интересно. Вертолет или даже снайперскую винтовку. Ай, подождите, я вспомнил, на что похож этот уровень. Игрушку про эту обезьянку, как она такая вот скульная, блин. Я понял, да. Ребят, если помните игру, там она еще скидывала бочки. Это в фильме, фильмы было, да? Пиксели. Да, но это не про фильм, это вообще как бы игра такая была, я помню. Да, вот, я понял, да, я понял, вот на что похоже. Напишите, если вы помните, как называлась игра, серьезно. Что-то я вообще никого не вижу. Где. А, вижу. Догда, красавчик! Попасть никто не может в него. Беги! Ой, куда? Его не убили, зашибись. Ой, я по Максиму попал. Тут еще пинг, они бегают, сучки. Попал по смайли. По смайли? О, по Максиму попали. Не. Чисто проиграет. Там была кровь. Ну так кровь была, ну, блядь, если у тебя месячные еще. Нет. Так, Макс, я уволень какой-то чел, мне просто бежит под скальзывается. О, попал по Максе! Ой. Я попал по Максе. I'm alive, I'm alive. Я Догда убил. Хорош, но они добрались наверх. Они на танк опять по-любому. Не, я написал в чате, что... Так они, может, не прочитали. Ну, может быть, да, блин. Ну, надеюсь, я Максиму вижу. Ой, что делает Максим? Смотри! Нет, смотри, это не я. А что? Нет! Да как... Ну, блин! Так нахрена? Это не я был, ребят. А, так давай, смотри, Макс, если ты выбегаешь, короче, первый, да, кто-то из нас выбегает, мы просто берем танк и просто его выкидываем куда-нибудь. Как ты его выкинешь? Там ограды, преграды везде кругом, не выехать на нем. Блин, я не знаю. Но это, я залез сейчас на танк, я хотел просто с РПГшки вас хотя бы убить по лайту, но этот танк поехал, у меня чел подскользнулся, упал и вот... Нет, короче, кто-то попал с снайперской винтовкой по бочкам, они начали гореть перед нами. Вот как. Да. Ты его даже не заметил. Так я даже заметил, ты чё, Олег? Ну всё, бежим. Побежали. Быстрее. Да как я хожу? Ой, всё, спустил. Нет, оружие всё спиздили, суки. Максим остался безоружный. Вот теперь господи. Спавнится, потому что... Не надо так делать, господа, не надо. Надо стесняться. Догда, пидор! Опа, она даже не горела, как она так сразу взорвалась? Мне же легче, как говорится, то без вас.
Догда все за меня решает, моя правая рука сейчас тут. Правая рука, она у тебя замазоленная уже, видимо, там все раз разматывает так быстро меня. Не знаю, так, как у тебя, Леша, у нас так... Ой. Ну, Олег бежит, смотрите, Олег добежал, Олег вообще красавчик. Прям пуля прилетела, я прям видел, ух! Знаешь, вот тут так легко добежать и так... О, давай, Олег, знаешь, как-то по-особому, да, вот так вот. Вообще сложно попасть с винтовки, нереально. Сейчас все будет, подожди, я один остался? Нет, да, еще двое. Хер знает, давай, Хер. Только вылез чисто, бэйч. Просто что ты делаешь? Ой, вообще капец. Сука, это просто, я не знаю, я просто смотрю, он только вылез головой, он так долго залазил, так долго пытался. Да. Только пиксель появляется, головки, бэйч. Головки, пиксель. Вот, супер, они что-то переписываются там сидят? Кого переписываются? Это вы описывались там уже от страха. Смотри, что геймер закончил. А что там выжил-то там, а? Нифига на палку, пиздец. Прикинь, он, я не знаю, ему просто подфартило еще жестко так. А что там вообще происходит у вас? Если они вертолеты берут, берите вертолеты, чего они стали-то? Так я не знаю, чего они стоят, давайте, ребята. Что-то они тупят по жестко. Мне кажется, первый раз до тут дошли, ничего не понимают еще. Так нет, вон же, вон, раз... парашюте. Геймер взял, пошел, да, брать. Бам, о, смотри, там вертолет. Ты вдал? Да, прикинь бы он... У него снайперка так, что в руке была, что за бред? Нет, там вертолет был. Как? Паркур, блядь! Я на бочку хотел упасть, я там такие кувырки делал, сальтухи, братухи, и вот упал. Можно? А, нет, за Филиппином нельзя наблюдать. А, он уже все, он уже это, да. Они самоликвидируются там. Я понимаю, просто самобезысходность это. Подожди. Геймер за... О, слышишь, смотри, Леха, вот смотри, как можно сделать. Надо вдвоем тогда сделать, и к ним просто прилететь, ты к ним прыгаешь и рукопашкой их. Давай таки попробуем сделать в следующий раз. Давай. Ты, конечно, чего, рукопашкой? Рукопашкой такой, Паша, здрасте. Рукой Пашкой, да. Ногой Пашкой тогда лучше сказать. Нифига, он мог чётенько попасть в них. Как он так метко почти попал? Не умеет. Ой, смотри, что там. О, нихера! Как ты убил, смотри, что творит? Нет, он ты убил. На геймера посмотри. А что он делает? Что там творится? Победа, все равно победа, отлично. Сорубочка какая-то. Друзья, в общем, мы сейчас заново перезапустили миссию. Перепустили. Перепустили, да. И, короче, мы все в одной команде, и теперь начнется мясо. Вот. Да, вот сейчас мы начнем пот нарубить. В одной команде. По бочке левой, по бочке левой. Надо сразу по этим бочкам, кстати, стрелять будет, вот. Давай, пацаны, давай. Они чуть не взрываются. Маленький, о, хорош, минус один. А, бочка там не прорисовалась сверху. И отлично. Взрывы, у тебя прицел сбивает. Попал. Пингует, брату. Так, а у них один остался? Нет, еще трое. Вот еще внизу, в Догда вон. В будке. Сейчас он побежит. Ну, блин. А смотри-то... Ай, последний. А, да ты чего? Блин, срядка была, друзья. Так, смотри, ребят, один у них уже там. Кто еще там? Он уже нырнул за вертаком. Видел, да. А я других, я что-то... А вот, вижу Догду. А, тут простреливает. Он стоит, он просто ждет. Троллит. Так, надо патрончики подобрать. И что дальше? Он просто стоит, он там курит, по-моему, смотрите, нет? Ну-ка. Да! Пацан, в курилке хули. Ну. Там вертолет так тоже близко. Это так-то отвлекающий маневр от Догды был хороший. О, снизу, сейчас взорвется. Что, кто взорвет? А, я упал. Алёша, куда полетел? Понятно. А, вот, а что взорвалось, и вам урон не нанесся? О, смотри, Макс, где я стою. А вам, ребят, что, урон не нанесся или что? Конечно. А ты потому что я стрельнул, я думал. А, смотри, я правильно сделал, вы в очко считаете такое встаете. О! Он тебя хочет лопастями зарубить. Смотри, тут. Стреляй! Давайте так же сделаем такую штучку, спрячемся. Она вообще удобная какая, смотри-ка.
Ой-ой-ой, алло, Олег, давай, снайпер. Оп-оп-оп, смотри, как могу. 60, ноускоп, монстр. Давай по нему. Давай. Попади. Это нокаут. Ну ничего, зато считай, мы бочки уничтожаем сразу, и нас сложнее убить, вот. А, да, вот именно что. Надо, короче, сразу как-то такое провернуть. Да, но сейчас мы будем за ту команду, которая будет бегать. Ребята, короче, втроем бежим, прыгаем и в один вертолет садимся. В один. Жестко. Я наводчик, чур я буду стрелком, отвечаю. А меня скиньте к ним, я к ним буду пиздить их в ряду. С РПГ под себя брошу. Давайте, ребята. Вот если бы еще один чувак, но мне кажется, он сдохнет по-быстрому. Так, давайте решимся. Нам не сдохнуть, вот это самое главное. В одну сторону бежим, ребят. Давайте определимся. А давайте подождем, пока все бочки... Ах, нет, это тоже... Так, я с Олегом побежал. Беги, быстрее, давай, погнали. Ой, парни, ну что ж меня не подождали-то? Что-то очень трудно где-то подниматься. Так он вообще как в штаны насрал бежит. Встаньте, они сейчас по бочкам начнут стрелять. Пускай они сейчас взорвутся. Они, а мы, кстати, вот я что заметил, что они не стреляют по бочкам. Вот эта команда именно. Максим, давай аккуратнее только. Ты же помнишь то, что там дорог, да? Вот тут бочка Макса. Вот у них самый потный, это Догдов в команде, вот. В курилку заходи, покурим, брат. Брод. Ребят, я прям на два. Брод, что? Брод. Лех, иди сюда, покурим. Я прибежал. Пацаны, я как бы уже поднялся. Как это сделать? Что? Нет! Я упал с автобуса случайно! Нет! Перекурить, так, выбрать. Вот, а, нет. Что? Какой? Сука! Пацаны, да. Вы сейчас тут и побежим дальше, хули. Ну, мы это... Подожди, бочки еще не все взорвались. Да забейте на бочки, они не взорвутся, и бегите. Да мы не... Максим, давай только по очереди. Давай, хорошо, ты беги. Вот, блин, я поторопился, вот так тут. Право, направо, давай. Беги. Максим, не надо было за мной бежать, тебя могут легко убить. Давай здесь, останься, подожди. Останься. Покурим еще, да? Нет. Беги, Лех, давай, верю в тебя. Вот я вот в таком же автобусе упал, вот тут справа. Максим, подожди, Максим. Беги, Форест. Да я не могу нацелиться в эту хрень. Пали, есть. Так, есть контакт. Бля... Давай, Леха. Нет! Капец, Догда, просто. Есть! Я добрался. Давай, все, Лех, бери. Я чел просто. Он чуть не бежал. Все, ребята, на какую кнопку парашют открывать? На ЕФ там пробел, все жми подряд. Shift, Ctrl там. Клавиатура ударишься и это. Да. Я к ним полетел на парашюте. Ты лагаешь вообще. Да, че ты реально жестко лагаешь? Я не знаю, мне бы сейчас в небоскреб не влететь. Как будто кадр какой-то пропадает. 25-й кадр пропадает, ребята. Да что? Лех, что, как ты летишь, знаешь? Как будто... Что? Попадешь, Леша. Я рискую по жизни, ребята. Ты у меня летишь так медленно, сегодня. Да че он медленно летит? Что? А где парашют? Дебил! Олега ебаный взгляд просто. Ребята, мы продолжаем. Мы сейчас сразу стреляем по бочкам, которые вторые бочки. А, ну давай. Так. Леша, как говорится, ты специалист в этой профессии. Вот, давай, ты уже один раз стрельнул, поэтому доверяем это дело только тебе. Самое главное, где-нибудь кстати, вот тут вот в углу, чтобы как бы, ну... Так вы стреляете по одной бочке, она же не взрывается, ребят. Так ты имел в виду, что чтобы укрытие... Вот, я уничтожил. Так ты укрытие хотел. Так и укрытие тоже сделайте. Так стрельните по ней. Все, отходи. Так, уходи. Сейчас взорвется, как он бомбанет. Мне кажется, что Леша умрет. Чувак, пули! Чувак, сел на карты! Урон своим не наносится, но сам себе наносится, видимо. А, вот что. Ну я как благородный патриот сейчас. Да, патриц, вам... блять, этот бежит просто по крышам, блядь, голубей гоняет там. Нет, он не упал, он до сих пор там. Подожди, один справа, другой слева, два я право, ты лево. Давайте, 2-2, чисто битва великая сейчас будет. Не успел. Убил. Все, они добрались до, я не знаю до чего, они доберутся. Леха, ну давай вдвоем мы с тобой это должны затащить. О, он кажется. Полетел, блин, я по ним попал, он, подожди. Стоп, я он полетел в смысле за вертолетом? Да, и у меня теперь оружия нет. Оружие, так поднимись, да, вот здесь.
Я не могу. Стартапец нарисовал свою трубу, это что? Плелёк тут. Что у меня с рукой, ебать? Ты посмотри на мою руку. Это просто вол. Так, а если вот в ту нижнюю прыгнуть бочку? Какую нижнюю? Которая справа или которая слева? Лёха, не рискуй лучше на самом деле. Да-да-да, кинься в эту бочку. В эту. Давай, ну давай. Ну чё, на коллективе? Зачем? Сука, чемпион, блядь, по нырянию в бетон. Трёхочковый, просто трёхочковый. Я чемпион, но Олег просто мастер. Мастер по дырочкам. Я прыгнул, он почему-то... А как тебе разобраться? Надо было просто прямо идти. Ты, Олег, прямо просто шел, не прыгал? Да. А я прыгнул, дебил. Так, ну вот меня так видно? Блядь. Меня так видно? Из лица как будто проплыл. Рыжий мальчик, блядь, вырос вообще всю жизнь. В канистре нахрен рос. И вылез из нее в самый ответственный момент своей жизни. И интересно, слил ли он свой ответственный момент жизни? Воу-воу! Воу! Потолфьюк такой стоит. Ну давай его, вали! Вали, Олег! Попади им в него! Вот сейчас был бы больно, наверное. Это жесткий чип. Попасть, у меня, ну ладно, патронов фига. Ну давай, вылезай! Ну что ж ты так, а? Где он там? Не вижу его. Где-то он за... Снизу, он тут! Ой, под тобой! Ничего себе! Стреляй, дебил, что ты смотришь-то? Ну давай, перезарядка, ну! Ну! Ай, ну, прыгай на него, прыгай! Перезарядка была, понимаешь, я прям на него смотрел, ну гребаная перезарядка! Да-да-да, давай, Олежа. Это просто накальная битва, господа. Слышишь, ну подъем! Шакально! Да! Он врезался в здание. Хорошо. Я победил. Ну, вот если бы не перезарядка, я чувствую, я попал бы, да. Ну, вот, ребятушки, у нас сейчас самый ответственный момент. Мы должны втроем добраться до вертолета. Мы должны сотворить свою цель. Да. Команда. Не торопиться, потому что если поспешишь... Так, Максим, я с тобой в одну сторону бегу сейчас, да? Давай, побежали. Ну, это ты. Вот у них самый потный в команде это Догда. Вот самый потный. Да, он знает, что делает. Черт какой-то на колесиках. Черт на колесиках. Догда, он реально, я вот он жесткий, вот пацан. Ой-ой-ой. Блядь! Лес! Нельзя! Фу. Нет, это следа, сука, ну как так можно, блядь, ракал ебаный. Здорово. Я просто не видел, что там выход и автобусный. Ой, Макс! На том самом, сука, месте просто Догда опять убивает. Тебя убили? А я просто, короче, решил развернуться, за тобой не идти, потому что видел, что бочка горит. И, короче, и там оказался выход из автобуса, я прямо в него нырнул. О! Чё? Догда! Это потно. Это реально потно. Догда просто не дает пройти никому, походу. Капец, я гоно взрыв. Давайте реванш возьмем. Вот вставайте, вот последний раз, ребята, надо взять реванш. Давайте чисто в Догду. Давайте, чисто в него. Капец, просто... Давайте. Все, прогрузилось, давайте, продолжаем. Вендетта. Мне даже чем ножом махает, чтобы зарезать вас и его. Вася, блядь, кто готов? Скажите тому чуваку, чтобы он дырочку сделал нам. Дырочку какую? Кто с нами? Как его зовут? Геймер. Догда бежит, где Догда? Ищи Догду. Так, давайте, Догду, самое главное Догду найти. Где он? Он, наверное, геймер. Иди взрывай бочки. Стрельно, ну ладно. Так, где Догда? Давайте, Догда. Супер Симпсон тоже нормальный чувак, кстати. Он каждый раз на тебя лез. Оба! Это я кстати, по нему тоже попал. Догда, вот, все, вижу Догда. Он курить опять сел. Они, видимо, с Симпсоном в сговоре. Вы слышите, как мы перезаряжаемся одновременно? Да. Догда, выходи, ты куриц, сука, там опять. Бля, так близко взорвалось. Да, было такое. Догда бежит! Геймер законит, да, взрывай! Попал по Догде, там, блин, правда, хп, он сейчас подберет хп. Да, сейчас он побежит, надо быстрее. Он полетел. Где он? Там супер полетел, это не Догда. Догда на месте стоит, он понял, походу, что мы только на него нацелились. Блин, пацаны. Вон бежит! Да блин! Бочки взрываются вообще не вовремя, чисто не вовремя, отвечаю. Давай. Сейчас давай, выйдет. Давай. Так. Давайте. Пацаны, нам так-то надо заготовить эти. Давайте. Вот, чтобы самое дальше. Блин, ты попал.
Попал как же, он? Ну! Да блин. Как? Да невозможно! Понятно. Ну не, это надо, понятно, все, друзья, я сделал все только, чтобы для вас. Я как приземлюсь, хорошо. Ай, вообще, ну давайте, я верю в вашу победу, я знаю, что вы должны выиграть, как бы там уже летит вертолет. Так, отойди, отойди. Самое главное, Лех, попади, вот только вот аккуратненько. Да. Надо сейчас очень-очень-очень четенько все сделать, Леша. Хорош. Отлично. Теперь, Максим, мы тут с тобой это... Чувак промахнулся. Прямо сюда залетело, да? Да, да, жестко. Офигеть, мать поражать. Ну, ребята, давайте, вот сейчас нам 100% нужно собраться. Нет, мы уже собрались на то, чтобы закончить этот ролик, и вы нам поставили, ребята, большие пальцы вверх. Подписались на наши каналы и сказали, что пока, до скорой встречи. Адьос, амигос, друзья. Всем пока-пока.